Так, дамы и господа, я микрофон не проверял, поэтому если он не работает, ну, сорян, больше что сказать. Жаль вас, как бы. У меня все работает. УМВР. УМВР, УМВР. Так. Ну что, у нас сегодня Half-Life 2. Я играю в шлеме. Себя показывать не хочу, потому что это позорище помню. Буду только игру показывать. Так что, enjoy, что вам еще сказать. Кому сейчас легко, как говорится, вот, так что давайте, погнали. Ой. Чего вставать? Люблю вставать. Так, мышка. Так. Сейчас очки еще найдем, нормально. Так, сзади затянем сейчас. Шнурок. Так, так, так. Че, я уже тут это... В Азовском море, походу. На, походу, тут вот. На море приехал. Плаваю вообще. Так, как плавать такое? Я не... Я все забыл. Так. Ага, все, 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 понял. Погнали. Тип 14, аукс. 5 рук 6. Блин. Нет. Вчера просто первую халфу играл еще. Поэтому немного это страшно вызывает. Кто тормаживает? А не тормозил. А, я тут турбо не включил. Подождите, я сейчас турбо включу, нормально будет. Ща-ща-ща-ща-ща. Побудь. Ой, блядь, не туда. Так, турбо включаю. Есть. Вообще нормально должно быть. О, сразу пошло. Турбо рулит, короче. По-моему, у ноутбука есть турбо, знаете. Видите, турбо, короче. О, здорово. Guess those signs are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by... This is the free man. The Combine's reckoning has come. Look, we're just a lookout for the Underground Railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Be careful now. We really can't afford to get noticed. Civil protection catches you down here. It's bad news for the whole railroad. Блин, пишите это буквами, больше букв, чтобы я слышал. А то, когда вы мало пишете, я не слышу. Больше букв. У меня крюкает. Крюкает, значит, меньше 70 символов набрали. Кстати, можно присесть реально, вот, попробуем. Сейчас мы можем... Там я бы хуй уже... Да, так игра по-другому ощущается. Давно не был на твоих стримах. Да, здорово, здорово.
Я не знаю, кто-то есть, но я очень просто не читаю. Меня здесь не видно. Ну, привет. Я тут совершенно, конечно, смог обновить. Поэтому решил последний. Ты в халфу давно хотел придать? Пашу, там. Придешь, могу, у меня патрон. Эй, ёпт. Это готовное время. А, сюда можно. Ну, сюда на пару. Да, у меня все здоровье съелось. Ой, я был очень давно, еще 5 месяцев назад, когда ты приложение создавал, и игры показывал свои, которые ты делаешь. Угу, понял. Не, у меня тут все подряд, я не стыдно. А, блин. Так, иди. Одни глазы, блин. Надеюсь, ты не забросил. Не, я не забросил. Я просто... Мне просто скучно иногда бывает с того, что он стоит. Ох. В свою собственную кровать довольно ушел. Мне просто бывает скучно одно и то же, что муж. И вообще, это не так уже. Еще в репозитории у меня вот модель. Там постоянно так будет. Ладно, ну что такое? Ладно, тут я отправлю. На мышке я бы его отменил, конечно. Так что-то очень легко. Station 12, come in. Station 12, do you read? This is Station 8. We heard 12 go down and out. Понял, да, меня отвлекается иногда, потому что лично меня она задалбывает, когда много КД. We're already getting refugees from 9 and outlying. Looks like we're... Station 8, do you copy? Station 8, are you there? We have... Я будет разминка для плейка. Когда в первую играл, я чуть не охренел. Прохожу. Потом только лезь. Эй, обернись, придурок. Блин, пусть весело, весело. Нормально, я в Half-Life Alyx сыграл еще. И она, кстати, не так весело играет. Вторая халфа. Вторая халфа чуть сразу выходит. Вот ностальгия у меня, брат. Вот. В этом голове. Я в ракету не буду стрелять, у меня ракеты не смогут нас заразить. Так, ладно, иду. Вообще без меня такой высокий стрелять.
Thank you.
Есть. Я, кстати, не знаю, какой вам глаз стремится, левый или правый. На левом попробую прицелить. На левом тоже будет. Эй, просто. Сейчас я второй рукой попробую подержать. Не, вообще не попадает. А, не попадает, ну блин, как прям. Да. Короче, очень непросто. Вылезли уже. Залезьте уже, ёб твою мать, господин Фриман. Мне же руки не стали, блин. Как стрелять? Надо понабрать. Нет.
Получилось, я походу научился. Действительно. И действительно, удивительно. Пойдем. Что за риски? Фу, у меня вот бот уже чисто просто все ушло. Мне кажется, Half-Life можно в тренажерку поставить. Да, я со своим ростом еле пролезаю вот тут. Так, кто не понял, кто это будет. Тут очень сложная задача с физикой. Просто нереально сложная. Сложность прям запредельная. Называется, сколько кирпичей весит горный фунт. Сейчас мы с вами узнаем здесь. Так. Что там? Что такое? Отлично. Должен быть. Что слишком далеко. Опять все уже. Сейчас мы с вами здесь узнаем, сколько весит будет. Задать что-нибудь, если так поскочить, попробуем. Давай. Ай, ёх. Итак, Гордон Фриман весит 2 кирпича. Attention all ground.
что? А нас-то за что? Всем чуть снимает. Я думаю, уже все будет. Блин, куда идти? Половина здоровья посрал. Блин, я свой ноутбук увидел как. Неприятно. Но бывает. Да, бывает. Может, что ты как для вас? Нет. Я. Алло, 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 ты, ты. Так, стреляй по мне, блин. Thank you.
Нормально, нормально. Так. Вот он. Ручка. We're tearing up the railroad, covering our tracks. Looks like you're gonna be the last one through. Be glad you're not the guy they're looking for. Poor bastard doesn't stand a chance. Sounds like they're calling in every CP unit in City 17. Now they're flooding the areas up ahead with manhacks. You better get going before they sweep through here. Oh shit! Too late! Новое оружие примено. Пора. Это реалистично. Тут не выходит, я вижу. Та-дам! Внутри меня это все там. Слушай. Ты сука! Вот мы к нему занесли, и второй что называется. Здрасте. Давай. Смотри. Давай. Давай. Ну. Давай. Ну. Чёрт. Давай.
где бочка вообще? Так. А ну, блин. Как прыгать? А я не могу уже, не успеть надо. Так. Что делать? Прыгать. Пока. Эй. Стой. Точно бочку, я помню, что бочку. Да, что так тебе будет. Вообще изи, бро. Как бы помню, блин. Пай. Я сюда, да? Не могу. Так, чем у нас по патронам? Что бы ты ни сделал? Хорошо, я уже привыкаю к этому. Да, здесь бы мне пампинг добавить был бы. Пампинг. Просто пока это какой графон был бы вообще в этих первых этих каналах. Каждый бы это понял там. Ну, наверное, это какой-нибудь HD не пакин. Непробиваемая броня бочка.
где он вырос. Видите, он махарс. Супер. Нам не сразу лезть. Эй, бля. Как не забить? Вместо дома. Я тебя просто там убил, ты куда-то убежал. Пошел спать, блин. Пиздом не разнес. Я к детям не пиздаю. А у меня должна быть какая-то скорость для разрушения вещей, или достаточно просто коснуться? Короче, я глухо не слышу, если вы коротко пишете, я не слышу. Для разрушения вещей, да, я вот чуть писал, думаю, не разрушил. Правда, нет, тут есть глюки, конечно, но коснуться недостаточно. Я не такой раз, такой пусть не могу залить. Внизу брать можно. На бочку затащи. А, так не сюда и надо было. Не сделали симулятор запаха, я бы тут, наверное, охренел. Attention. Ground unit. Anti-system.
Это пистолет, брать. Тут что-то будет. У меня бочку будет. Сейчас на пусто хоба. Вот, прикольно. Спасибо. Там жалко, ты убивайте. Пусты. Давай, сука, иди сюда, блин. Ладно. Отдохни сюда. Так. Всем здоровья, ёб твою мать.
Если патроны. Да. Пожалуйста. Я думаю, можно разрушить такое себе. Thank you.
Погнали, погнали. Май. Надо вспомнить, что делать. О. Нету мне, а, он. Сейчас он. Убудь, короче. Убудь, вот он. Ну какой-то смысл было там? Давай, иди сюда. Не себя обычно убили. Давай, иди сюда. Да, я тут. Так, ну не знаю. Я буду. Вот все, понял. Эй, короче, ты не упал. Да не нет. Я. Эй, вниз! А, блин, ну-ка, сейчас. Короче, так, ладно. Золото, мы махнем. Блин. Так, короче, вниз, смотри. А вы подругами? Я застрял. Что? Что? Дергаем вниз.
этот раз не так нет. Да, отлично. Да, он же хрен не хватает. Так, что? Что, у меня уже включен? Ай, блин, тут глюк. Ты прям глюк был. Прям был глюк из глюка просто. Да, так надо. Come on. Thank you.
Я с собой не знаю. Ладно. Hey! You're Freeman, aren't you? We got word you were coming. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. You better get going now. Back for now. My body is ready. He's showing us! Oh, yeah. Видите, где мы взрываем? Иди. Ну, я этого не помню. Забыл. Что за красное сияние? Это у меня, я, оказывается, уже почти на кровати, да. И звуки как будто из желудка. О, здорово, здорово. Это у тебя. Я могу залезть? Нахер. Залезть нельзя. Thank you.
Непонятно. Непонятно, нет. Hey, Dr. Freeman. I've been hoping you'd show up. Got this airboat all gassed up and ready to go. It's gonna be tough dodging civil protection out there in the open. Yeah. Drive hard and you'll make it. You'll find more help up at Station 7. Just a few bends up the river. It's the old red barn. Climb on in. Fire her up. Go ahead and get in the boat, Dr. Freeman. Так, левый джойстик. Правый джойстик. You better get going now. А, берем сейчас. Да, это реально весело. Блин. Голову поворачивал бы вместе с ним. Это как-то неправильно. Мне самому приходится вертеть. Оу.
назад. Вперед. Мне просто крутить надо рычаг, но как я вылезу? Не знаю. Застрял вот этот. О, получилось. Так, на игре что-то думаю. Ладно. Блин, прикольно. Надо все кроме. Я не помню этот сегмент, каким тормозом там что-то говорил.
Confirmation of a disruptor in our midst, one who has acquired an almost
messianic reputation in the minds of certain citizens. His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance, and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa incident have been laid directly at his feet. Дантиста поселил, что... Так. Ой, блин, что? Thank you.
Это неплохо. Не помер. Вот огонек, это значит, я ушел за пределы игровой зоны. Thank you.
Ну что, я не вдруг. А, вон еще. Мы едем, едем, едем в далекие края. А я хоть туда еду? Он не туда. Они сюда Жигули уже закидывают. Секретное оружие, бля, альянса Жигулями уже просто пугают. Ужас. Стрелял, увидели. А еще говорят, в Half-Life хороший искусственный интеллект. Обосраться. Ты через стену стреляет, где меня нет. Да. Тут люди знакомые. Сейчас револьвер достану. Пора умирать, слава. Ты не мог. Блядь, я просто... Должно было вот так удивить. Нано. Ну я это вырежу, короче.
положили. Хотел Флинта Иствуда поиграть. Кто не поиграл с Флинта уже? Флинта обосрался туда. На тебя я знаю. Да, уроды, блядь. Нано. Спасибо за помощь, что... Да не да. Так, что там с патронами? Я сейчас чуть реально в проводе не запутал. Так, тихо. Нормально. Все будет. Ты чувак, не стреляет. Хочешь автомат лучше взять. Так, куда, блин? Да, блин. Ай, блядь. Блядь, тут
сильные мрази. Да тут вообще раздолье было. Так, побежали. Побежали, нахуй. Нахуй побежали. Значит. Переломал бы, попал бы с высоты контейнера. Гордон, конечно, блин, молодец. Thank you.
нормальный. Так, а что так? Да, на чем можно стрелять? И не опять дверь. Ты покрутил мне там так вот. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пошел Это я пропустил, вот хуйню. Провод намотал. Карамбик. А, сюда. Здесь никого нет. Ну, не хватит, что я куда, я не знаю. А, вот что ты. Это... Охраняли, я не пойму. И ты? После ничего? Смотри, тебя вам горят. Как их будет? Все, ебануть, это так, как я не знаю. Да, ну все пределы, с другой стороны. Как бы без работы. Так в жизни прям. Это не видит, что гандон это что? Заход пошел.
Я где-то наебался. Не понял. Блин, нас как-то пацан. Полежим. Так, ладно, дальше перестанем. Я надо похавать. Сейчас я похаваю и вернусь к машине, полюбим. Давай.